Масштабной террористической атаке готовы противостоять США и Италия. Об этом заявили власти двух стран в ответ на опубликованные в интернете видеоролики с угрозами от исламского государства. В списке потенциальных целей радикалов Рим и Милан. Итальянские спецслужбы приведены в полную готовность. Аналогичные меры предприняты в Нью-Йорке, хотя, по словам мэра и начальника полиции города, конкретных и заслуживающих доверия спецслужб угроз Нью-Йорку в настоящий момент не существует. В новых видео ИГИЛ появляется фотография, сделанная на оживленной площади Гарольд-сквер. На фото террорист прячет под одеждой самодельную бомбу. Тем не менее, по словам начальника городской полиции Уильяма Браттона, это видео отнюдь не новое. Экстремисты уже выкладывали его на своем сайте несколько месяцев назад. Власти мегаполиса признают, что Нью-Йорк остается одной из главных целей для террористов. Однако поводов для паники у населения сейчас нет. После событий в Париже нью-йоркские стражи порядка приведены на работу в режиме повышенной безопасности. Как вы знаете, на кадрах, размещенных в интернете ИГИЛ, можно увидеть виды Нью-Йорка, в частности, Гарольд-сквер. И это явная попытка запугать жителей Нью-Йорка. Мы здесь с начальником полицейского управления города и другими представителями полиции, с тем, чтобы вас заверить, нас не запугать. Это цель террористов – сеять панику в свободных, демократических обществах. Но мы не будем поддаваться на это. Я призываю горожан продолжать жить и работать в прежнем режиме. И могу заверить вас, что ни у ФБР, ни у полиции, ни у других федеральных органов нет данных о реальных угрозах городу.